Мастер-класс «Портрет аристократки». Дамские портреты Валентина Александровича Серова отображают не только внешность портретируемой, но прежде всего сущность ее характера, проявляющаяся во внешних чертах. Серова называли истинным знатоком человеческих типов. Вечно ищущий, постоянно недовольный собой, художник подолгу наблюдал за каждой своей моделью, подбирал наряды и нужные ракурсы. Кульминационным женским портретом Валентина Александровича Серова является портрет княгини Ольги Константиновны Орловой, светской львицы и первой модницы Петербурга. Художник представляет княгиню в огромной черной шляпе и меховом манто, накинутом на белое модное платье. Взор полон нетерпеливого недоумения, голова надменно закинута. Всем своим обликом княгиня как бы дает понять каждому, что самая ценная вещь в изысканном интерьере – она сама. Сегодня мы попытаемся создать быстрый акварельный скетч образа аристократки. Начнем с карандашного рисунка. Прозрачной акварелью отразим нежные черты, светлую кожу, оттеним яркие украшения. Акварельный скетч не подразумевает длительной работы, поэтому элементы роскошной шляпы и одежды нашей аристократки будут выполнены условно.
наш мастер-класс подошел к концу. Всего вам доброго! И следите за новостями на сайте музея.